В Твери прошло заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для профилактики пожаров и обеспечения безопасности граждан внедрен дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях. О том, какие еще меры принимаются в Тверской области, в нашем репортаже. Сейчас обустраивают минерализованные полосы, обводняют торфяники. Во время заседания Игорь Рудени подчеркнул, что работа должна вестись в усиленном режиме. Еще одна задача – профилактика возгораний. Для этого необходимо информирование граждан о рисках пожаров и установка информационных стендов. Также губернатор Тверской области заявил, что необходимо передвинуть сроки пожароопасного периода и вести его уже с конца марта. Прежде всего, хотел бы напомнить, что наша главная задача – обеспечить безопасность наших граждан на территории Тверской области. Это комплексная задача, которая касается и вопрос номер один – борьбе с коронавирусной инфекцией. Вторая тема – это противопожарная безопасность. И третья – это безопасность наших граждан при нахождении на территории Тверской области. По нацпроекту «Экология» для Центра Тверь лес и других специализированных организаций приобретена современная лесопожарная спецтехника и оборудование. Планируется, что к 2022 году их количество будет составлять 225 единиц. А вся техника, которая имеется в наличии, должна быть проверена и подготовлена к работе. Участники заседания обсудили вопрос об использовании главами муниципалитетов мобильного приложения, которое позволит в режиме реального времени отслеживать обстановку на территориях. В МЧС России по Тверской области также предупреждают о том, что основная причина весенних пожаров – неосторожное обращение с огнем. Непотушенный окурок, оставленный без присмотра костер, могут повлечь тяжелые последствия, которые спровоцируют возникновение крупных ландшафтных пожаров, уничтожение хозяйственных построек и жилых домов, а также наступление тяжких последствий для экологии и экономической обстановки нашего региона. В круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Тверской области. Организована работа горячей линии.